И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Матохин. Сегодня у нас новый видеоролик в этой прекрасной, замечательной, кайфушечной, человой, разбивательной, убивательной игре под названием BeamNG Drive. Сегодня у нас снова покатушечки, но необычно. Сегодня мы будем прям тачки в тотал разбивать, в тотал, будем смотреть, сколько они пролетят, чё, потому что у нас спуск с трамплинчиком, с таким вот, да, просто покатаемся, посмотрим, я даже не знаю, как это назвать, вот, ну, пока вот снимаю, наверное, придумаю, все такое, да, короче, сегодня не знаю, буду, наверное, немного тупить, потому что я приболел, вот, очень себя плохо чувствую, вот, не хотелось бы болеть сильнее, но уже и так плохо. Вот, в общем, вот такая история. Давайте начинать. У нас первый сейчас будет Maybach GLS 600 или 500. 600, да, 600. Вот, давайте посмотрим, как он разлетится. Просто в мясочко, в мясочко. Просто вкусненько, аппетитненько. Вот, чтобы было жирненько по вкусу и по вкусу вкусно. Так. Слетаем. Смотрите, как хорошо полетел. Смотрите, пролетаем 400 метров и 470 метров. Мы аж загорелись, вы посмотрите просто, как размазало его. Как красиво расчленил. Да, конечно, повреждения стекол такие себе, но какие есть. И то хорошо. Но не, мне нравится, как он хорошо все равно в лепешечку превратился. Вот. Просто прекрасненько. Даже у него мотор до сих пор работает. Вот, всего лишь-то надо пол машины переделать, и она поедет как новая. Вот, давайте другую машину возьмем еще. Какую-нибудь посмотрим, что у нас вообще еще интересного тут есть. Разбить такого классненького, прекрасненького. Вот так. Так. А давайте возьмем. Чего мы еще не брали? Так, надо прям. Давайте Волгу возьмем. Возьмем Волгу КГБ. КГБ возьмем Волгу. Вот. И расхреначим ее в щепочки. Такая вот Волга бодренькая. Вот, только у нее что-то мотор дымится. Вот, и это странно. Очень странно, что у нее мотор уже дымится. Ну, может, слишком сильный мотор, что настолько аж дымится. Ой-ой-ой-ой, с каким дрифтом-то она прям пошла. Прям не по-волжски звучит. Так. 100 километров, 120, 100... 28 километров был ее предел. Там ременью ГРМ пришел конец, и она упала вот так вот на бачок. Не сильно. Вот, давайте ее сейвить. Сейвить. Не перевернись. Так. Бассейн сейчас уйдет покупаться. Ага, все, мотор застучал. Я уже это слышу, мотор стучит. Вот, поэтому мы даже тачку завести не можем. Тр-тр-тр-тр-тр там. А, там ремень же порвался. И вот я дурак, конечно. Вот, повреждения, конечно, не очень топовые, потому что, ну, мы не разложились толком. Тем более тут фару помяло, как будто она игрушечная. Вот, давайте смотреть, что еще есть. Вот, прекрасного, классного такого у нас. Так, вот Шевролет. Вот этот Шевролет надо заспавнить и посмотреть, как он размажется. Просто не знаю, мне вот колеса у нее уже не нравятся, они какие-то темные, что ли. Вот, а вот морда у нее такая, знаете, злая, очень злая морда. Вот, колеса детские как будто. Вот, и жопа мне не нравится почему-то, она тоже какая-то плоская слишком, что ли. Вот так, давайте посмотрим, на скольки она разгонится. Это прекрасная тачечка, лейблочка. Как она разлетится в щепки, в щепочки. Так. 300. Ой-ой-ой. Так. Аккуратнее. Ой-ой-ой.
Ну, знаете, у нее повреждения не особо-то и жесткие у этой машины. Мы даже можем ее вот отсюда вот достать. И она еще и поедет, наверное. А, у ней колеса сам передним плоховато. Она должна, да, она еще поедет, она еще поездит после такого. Немножечко подмотать и нормасик будет. Да. Вот она едет. О, двери немножко оторвало, но ничего, вентиляция зато есть. Так что, ну, нормально, нормально. Самое то, надежная машина. Надежность это не про нас. Так, давайте Бентли посмотрим. Так, Бентли. Давайте вот эту возьмем. Она мне более симпатизирует, хотя есть там Black Sport и все такое. Но мы более такие, как бы простые парни. Она мне чем-то напоминает, я забыл, еще есть вот есть Бентли, а есть еще какая-то тачка тоже похожа вот на это вот. Вот, тоже прикольная. Ну, летит уже неплохо. Неплохо летим. С кайфом даже, я бы сказал. Смотрите, 260. Ой, 160, какие 260? Так, взлетаем с таким звуком. Так, 420. 420. Ебать, лепеха. Леха, лепеха. Ой-ой-ой. Ой. Намотались всем колесам, shift drawbroken, блять, front broken, drives front broken, все, пизда, вообще пиздец. Одни фары остались светиться, и колесико вот крутится, бесконечный мотор, блять. Ну, мотор еще живой, сказать. Мотор еще живой. Мотор оторвать и в другую машину поставить, и будет нормасик. Прям вкусненько, классненько, прекрасненько. Да. Так. Давайте смотреть дальше. Давайте возьмем Дукана Логан. Дукана Логан. Возьмем. Давайте возьмем вот такую вот Ралли Гравер. Вот, М. И посмотрим, на что она способна. Ну, это все понимаем, что это Рено Логан, только она называется Дукана Логан. Вот, наверное, авторские права и все такое. Вот. Ну, нормально. Поехали. Вот, посмотрим, на что способна эта малышечка. Как она будет себя вести. Докуда она долетит. Вообще, будет ли результат хорошим, а не каким-то плохим. Так. Взлет, полет. Ну, результат полная хренотень. Так, мы приземлились на морду. Кажется, ей все. Кранты, пиздец. Ну, нет, она даже, смотрите, на колеса встала, но передним колесам плохо. Да, передним колесам плохо. Вот. Да, именно им плохо. Они больше вообще не поворачивают. А так машина еще могла бы поездить, просто передние поворотные стойки поменять, и нормасик будет с ней. Все, нормасик, классик. Вот, конечно, я думал, она сильнее разобьется, будет прям, ну, кайфушечка, кайфарички, там, чики-бомбонечки, будила. Все такое будет, вот, прям, монстр будет жесткий. Но нет, этого не было, ничего. Так, давайте возьмем Гаврил Маршал. Вот, давайте вот такую. Я забыл, короче, это тяжело. Блять, я даже выговаривать это не хочу, я забуду слова. Ну, короче, вот так вот она выглядит. Это у нас стенс лютый. Я забыл, как они называются. Бля, это сложное слово, я выговорить не могу в последнее время. Вообще слова я забыл, как разговаривать. Вот. Короче, который подпрыгивает машину. Вот. И хорошо пошли. Но морда опять заносит и пиздец. Ну, хорошо пока что. Еще можно засейвить тачку. Так, сейчас разлетимся. О нет, смотрите, докатились. Из-за того, что она низенькая, она весь песочек замяла к себе туда. Вот, и затормозила. И машину можно еще даже починить. На ней даже ездить можно. Вы посмотрите, если ее в нормальное место вывести, она даже поедет. Вот, и будет кайфовать.
Вот. Так, можно еще взять машину. Так. Что тут интересного есть? Давайте возьмем какую-нибудь спортивную, вот наподобие вот этой машины. Так, что же она из себя представляет? Ой-ой-ой, звучит громко. Как же громко она звучит, ебон батон. Ты что такая громкая, малыха? Пиздец. Ебануться. Сейчас намотаемся на знак, ребята. БАМ! Вот это она ревет, конечно. Жестко. Блять, вот это ее размазал. Давайте еще раз попробуем, то я просто ни хрена не понял, что произошло. Вот, ее носит, просто ее хрен удержишь, если честно. Так, я ее трогать не буду, вот она катится потихонечку. 200, 260 я последний раз видел, пиздец. Куда полетела, малыха? Почти в бассейн. Ой-ой-ой, как же ее размазало. Как же, ой-ой-ой, еще и загорелось. Это просто лепеха, у которой ничего на дне нету. Вот, короче, просто такая вот лепеха летающая у нас была сейчас. Короче, вот так вот, да. Конечно, прикол. Прикол, лютый. Так, что интересного можно еще взять? Давайте возьмем еще вот этот вот последний, последний на сегодня машина. Так, это у нас... это у нас типа подобие Раптора. А, это Dodge Ram, Dodge Ram. Что я несу? Да-да-да. Вот. Ну, все, болезнь совсем. Голову мою снесла с плеч. А почему у нас... Что, блядь? Глушитель заканчивается вот здесь вот. И вовнутрь все идет нормально. Блять, вы только посмотрите, как он уже собрался рвать и гнать и все делать. Сейчас будет жестко, мне кажется. Сейчас мы разлетимся, блять, в шабалы. Просто 144, 144 максимум. Сейчас она хорошо так. Ой-ой-ой. А у нас конец карданному валу. Бля, пизда. Ай! Ай, мне так жалко эту машину. Вы только посмотрите, как же она насадилась. У нее просто все вырвало к чертям собачьим. Это какой-то ужас. Это реально ужас. Просто жесть какая-то. Вы посмотрите, просто все к херам. В салон ушло. Там водитель просто там ноги ему сломало, наверное, в тотал. Вот. Это просто жесть. Вы посмотрите, даже заднюю подвеску уже вырвало. Просто там рама вот начала отсоединяться от самого салона. Капец, вот это вот жестко. Вот, ну, как-то так получается у нас, друзья, с вами. Разбили последнюю машину на сегодня. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Матохин. Нихуя себе карданный вал у нас где оказался. С вами был я, Матохин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот. Еще больше таких видео зависит только от вас, от ваших лайков. Вот. Делитесь с друзьями, если вам понравилось. Всем удачи и всем пока.